Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов во время визита в Кубинку внепланово проинспектировал ход капитального ремонта Акуловской амбулатории. Реконструкция объекта началась в марте 2022 года. На сегодняшний день выполнено 95% работ. Подрядчик полностью меняет коммуникации, инженерные системы, окна, двери, делает стяжку полов, перекрытия. Строителям осталось доделать входную группу, фасад и провести благоустройство прилегающей территории. Ввод медучреждения в эксплуатацию состоится в конце августа 2022 года.